так искать людей. Сейчас. Прошу вас всех принять. Всем привет. Так, зараз підключаємо. Так, я думаю, хвилиночку можна ще почекати. Та можемо розпочинати. Так, всім привіт. Дякую, що приєдналися до нашого сьогоднішнього мітапу OpenIT, спільно Харків IT Cluster та MobiDev. Я думаю, що ми можемо потихеньку починати. Так, думаю, потрібно сказати пару слів, що таке Харків IT Cluster. Харків IT Cluster – це громадянська організація, яка допоможе тобі побудувати успішну кар'єру в IT. Зараз з нами 90 провідних IT-компаній, які є мемберами Харків IT Cluster. У нас також є ще багато інших освітніх проєктів, такі як Junior Club, Kitto IT, ну, помімо OpenIT. З повним списком ви можете ознайомитись на нашому сайті. Участь у наших івентах безкоштовна. Під час івентів найактивніших учасників ми даруємо круті призи та подарунки. З нами ти отримуєш зустрічі з крутими IT-експертами про прокачку і тестування знань та навичок, нові знання та розвиток у IT-сфері, знижки від IT-лоялті, перші проекти для твого портфоліо та корисні знайомства. Тут наведені наші соцмережі, можете просканувати та приєднатися, якщо ви ще не приєднались. Та дуже важливий – це зворотній зв'язок. Зараз я після презентації вам скину лінку у чат, та ви можете заповнити зворотний зв'язок за цією лекцією. Тож, ми можемо переходити до лекції. Спікером сьогодні буде Ірина Волоцька, Senior Project Manager and Team Leader at MobiDev. Темою лекції буде професія Project Manager та як ефективніше комунікувати з командою. Ірина, ви мене чуєте? Так, передаю вам слово. Спасибо. Так,
Всем привет! Меня зовут Ира. Я Project Manager в IT вот уже больше 5 лет. Работаю в компании MobiDev. Вот, и хочу с вами поделиться какими-то своими наработками и лучшими практиками в области коммуникации. Сейчас я пошарю экран с презентацией и погнали. Видно? Окей. Так, за время работы проект-менеджером в компании за моими плечами уже больше 10 проектов. Сейчас я веду достаточно крупный проект, на котором больше 40 человек. И с такой крупной командой я убедилась еще не раз, что коммуникация очень важна, и без эффективной коммуникации никакой работы не будет. О чем мы с вами поговорим сегодня? Что у нас в адженде? Первое – это, собственно, почему коммуникация – это один из ключевых навыков проектного менеджера. Второе – это коммуникационный план, как один из основных инструментов, с которыми работает проектный менеджер. И какие-то хинты, типсы, как общаться эффективно. Порядка 40 минут будет лекция, потом у нас будет практическая часть. Пожалуйста, если у вас есть какие-то вопросы, закидывайте их в чат. В конце я с удовольствием на все отвечу. Так, ну и, собственно, мы переходим к вопросу, почему коммуникация – один из ключевых навыков проектного менеджера. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, сколько процентов времени у PM в его работе занимает коммуникация? Можно попробовать? Мне кажется, больше, не знаю, где-то 70%, потому что, как я поняла, то, что PM-ство – это именно про… Это как мостик, вот именно PM, который связывает клиента с командой и налаживает все процессы благодаря своим умениям правильно понять и правильно донести информацию от клиента к команде. Спасибо. Окей, круто, спасибо. Еще есть какие-то идеи? Ну, мне кажется, то, что так как проектный менеджер, его основная часть задач и работы состоит в взаимодействии с людьми коммуникативным способом, то, мне кажется, все 100% состоят именно в общении. Окей, да, тоже принято, спасибо. Кто-нибудь еще хочет поделиться? Да, я хотела бы спросить, это в рамках одного проекта или всех? В рамках всех проектов. А, ну, 95, наверное, процентов точно, мне кажется. Ага, окей, спасибо. Еще есть идеи? Ну, около 90. Круто, спасибо. Так, ну и посмотрим, как же есть на самом деле. От 75% до 90% уходит на коммуникацию. Это оценено согласно исследованиям PMI, Project Management Institute. Это наиболее авторитетный источник информации в мире проектного менеджмента. Поэтому, да, практически все вы сказали правильно, что от 75 до 90% времени у PM занимает коммуникация. С кем же при этом PM общается? Естественно, с проектной командой, с заказчиком проекта, с заинтересованными лицами, они же стейкхолдеры. Да, то есть это все, кому интересно, как идет проект, что там происходит, и которые заинтересованы как-то в успехе. Насколько я понимаю, достаточно много из присутствующей аудитории студенты. Если мы проведем параллель, допустим, с курсовой работой, да, как проект, который вы выполняете, у вас может быть проектная команда, например, вы делаете проект не самостоятельно, а в паре с кем-то. У вас есть заказчик, да, руководитель вашей курсовой работы, и у вас есть заинтересованные лица, например, мама и бабушка, которым очень интересно, как же у вас там происходит это. Если мы говорим конкретно о мире проектов IT, то в качестве стейкхолдеров могут участвовать конечные пользователи продукта, могут участвовать инвесторы, могут быть третьесторонние сервисы, которые будут пользоваться или которые будут интегрироваться с вашим продуктом. Это может быть совет директоров компании, который выделил деньги на определенный проект. То есть много очень участников, много коммуникации, она о разном.
Вот. По данным того же PMI, на каждом третьем проекте при этом есть проблемы коммуникации. И в 56% неэффективная коммуникация является причиной провала проекта. Ну, это неудивительно, если коммуникация занимает до 90% времени, если мы эту работу делаем плохо, то, конечно же, это приводит к провалу проекта. Как вы думаете, какие проблемы может принести плохая коммуникация? Возможно, непонятие сторон, которые участвуют при реализации какого-то проекта, и именно как раз непонятие друг друга впоследствии может понести то, что проект будет абсолютно не соответствовать требованиям клиента, и из-за этого, по сути, компания, которая выполнила данный проект, ну, как бы считается то, что это провально, потому что она не поняла, что вообще нужно клиенту, именно поэтому они не заработают свои деньги и останутся с неудовлетворенным клиентом. Непонимание между заинтересованными всеми участниками. Окей, спасибо. Какие еще есть варианты? Возможно, проблема в разделении обязанностей и понимания дедлайна. Так, да, разделение обязанностей, прозрачность, чего происходит, когда что будет. Окей, принимается. Еще есть варианты? Так, ну окей, посмотрим, к чему это может привести. В первую очередь, плохая коммуникация приведет к потере времени. Естественно, тогда вы в срок задачи свои не сделаете. Это может быть либо слишком много коммуникации, да, вот целый день только и делает команда, что она обсуждает какие-то проблемы, какие-то вопросы, и не остается времени на то, чтобы, собственно, делать уже какие-то задачи. Также к потере времени может приводить то, что вы вовлекаете не всех, кого нужно. Допустим, очень частый пример – это когда вовлекаются разработчики, мы с ними что-то там обсудили, да, как мы будем это делать, и забыли вовлечь наших тестировщиков, которым потом надо еще проверить, что же наделали наши прекрасные разработчики. Один из самых частых примеров неэффективной коммуникации, который приводит к потере времени, это общение не в общем каком-то канале, да, это может быть либо проектный чат, либо имейл с копиями, а в личных сообщениях. В таком случае начинается потом увлекательный квест по поиску информации, кто кому что написал, кто кому что сказал, вы сверяете какие-то детали, потому что чем больше вы общаетесь лично с людьми, тем больше деталей потеряется в процессе, и у каждого будет своя какая-то картина, она не будет сходиться. И будет как раз то, о чем говорили, это непонимание всех участников, что у нас происходит, прямой путь к тому, как провалить проект. К чему еще приводит плохая коммуникация? Неэффективная работа команды. Если у участников информация неполная, они не понимают, что происходит, до кого-то что-то донесли, кому-то что-то не сказали, то и задачи будут выполняться, как сказали, так они и будут выполняться. Не хватает части информации, будет сделано не все. Поэтому придется перестраиваться, придется что-то переделывать, будет потеряно время и будет низкая эффективность у команды. Что еще? Неправильно выстроенные ожидания. Это тоже как раз о чем говорили. Мы можем, если мы подаем информацию достаточно сумбурно, неправильно как бы формируем всю последовательность подачи информации, тогда наши заказчики не поймут, что происходит, и будут свои какие-то ожидания формировать на то, что у них в голове. Например, когда мы говорим нашим заказчикам о том, что вот мы эту фичу там закончим послезавтра, мы себе в голове подразумеваем, что мы закончим разработку. У нас еще есть, допустим, тестирование. Но заказчик понимает слово «закончим» как «ну все, все же уже будет готово, все уже будет рабочее, а там еще ничего не протестировано, там есть баги еще». Вот уже не матч ожиданий и почва для разочарования всех участников процесса. К чему еще приводит? Это демотивация участников.
Первое – это если у нас слишком много общения, и когда команде некогда работать, мы об этом уже говорили, естественно, каждый участник этого процесса чувствует себя не очень хорошо, потому что они не справляются со своими задачами, они не успевают там сделать обещанное в срок и чувствуют, что они не приносят никакой пользы. При этом слишком мало общения – это тоже плохая крайность, которая приводит точно так же к демотивации и команды, и всех, и заказчика, и всех остальных. Первое, что очень важно, это наладить личные отношения в команде и точно так же и с заказчиком. Особенно это для нас важно сейчас, когда мы работаем в условиях удаленки, и очень часто мы друг для друга просто картинки на мониторе. Когда нет возможности общаться с людьми, чувствовать какое-то живое человеческое общение, когда это может быть там не только рабочие задачи, но какое-то там общение личное, а как ты провел выходные, а вы там смотрели какой-то фильм. Если всего этого не хватает, то и команде с этим очень грустно и печально. А также, если у нас мало коммуникации, недостаточно информации получают все участники процесса, то каждый начинает додумывать в меру своего опыта, знаний, пониманий, уровня тревожности и так далее. Как наверняка вы чувствовали, что неизвестность – это, наверное, одно из самых страшных ощущений, которое у нас может быть. Если, там, допустим, команда не понимает, что нам делать дальше, какие у нас следующие цели, а когда же у нас дата релиза, чего нас ждет завтра, послезавтра, там, через неделю наш заказчик, каждый начинает себе придумывать что-то свое и уже там наворачивать свои какие-то фантазии. А еще почему, что может демотивировать участников, это если нет у нас какого-то зафиксированного, регулярного, понятного всем плана коммуникации. Когда встречи спонтанные, созвоны спонтанные, постоянно какой-то поток идет сообщений в разные мессенджеры, это очень сильно раздражает, отвлекает, не дает сосредоточиться, не дает выстроить нормально рабочий график. Вот, собственно, вот это вот все последствия, которые, к чему приводит плохая коммуникация. Если мы посмотрим на плохую коммуникацию, как она влияет на вообще общую проектную жизнь, да, то мы видим, что чем дальше мы идем по жизненному циклу проекта, тем дороже нам обходятся любые проблемы в коммуникации. Самый банальный и простой пример, если вы на старте проекта там обсуждаете с заказчиком требования, обсуждаете, допустим, разработку мобильного приложения, вы говорите, вот, да, оно там будет работать на мобильных приложениях. И заказчик говорит, ой, на планшетах еще хочу. Окей, если это на старте проекта, не проблема, у вас есть возможность быстро перестроиться, перепланировать, понять, что вам на это нужно дополнительное какое-то время и правильно сформировать ожидания заказчика, когда же это будет сделано. Совершенно другое дело, если это у вас всплывает, допустим, за 2 недели до релиза, когда вы уже такие, ну смотри, вот же оно наше прекрасное мобильное приложение, заказчик, а на планшетах. И тут вы понимаете, что вам придется, в общем-то, достаточно много переделывать, и в этой ситуации никто не счастлив. Поэтому чем дальше по шкале, тем хуже это все влияет. Вот. И чтобы избежать всех вот этих проблем, о которых мы до этого говорили, есть очень удобный инструмент, которым пользуются проект-менеджеры. Это план коммуникации, который создается на проекте. Что же это, собственно, такое? Ну, если по чуть-чуть прочитать немножко официального, то план коммуникации – это компонент управления проектом, программой или портфелем, который описывает, когда и с помощью кого будет происходить управление, распространение информации на проекте. Если мы опишем это более простым языком, то это кто, о чем и когда будет разговаривать в рамках нашего проекта. Для того, чтобы составить коммуникационный план, нужно ответить себе на несколько вопросов. Первый вопрос – это кому необходимо донести информацию? Мы уже с вами говорили, что в коммуникацию по проекту может вовлекаться огромное количество людей.
И в зависимости от того, кому мы будем сообщать информацию, хотим ее сообщить, будет меняться и форма, и подача, и канал, и время сообщения. Поэтому в плане коммуникации вы зафиксируете, с кем вы будете общаться. Например, у вас есть команда, да, с которой вы будете общаться регулярно, на ежедневной основе, общаться с ними, как у нас прогресс, что у нас происходит, что мешает, что блокирует. Это будет, скорее всего, какой-нибудь мессенджер для более быстрой коммуникации, и общение там будет идти достаточно неформально. Вот. При этом, если мы говорим о том, что у нас есть стейкхолдеры, да, заинтересованные лица, например, такие как совет директоров, явно там будет достаточно формальное общение, формальные отчеты с кучей там, графиков, таблиц, метрик, как движется проект, где мы сейчас, где мы будем завтра, соблюдаются у нас дедлайны и так далее. Итак, первый вопрос – кому? Когда мы выяснили, кому, с кем мы будем коммуницировать, у нас следующий вопрос – это с какой целью? Тут могут быть совершенно разные цели. Это может быть сбор информации, да, когда вы общаетесь с командой, спрашиваете у них, а какой у нас прогресс, а чем вы занимаетесь там, сегодня, а что вы планируете делать завтра, а какие у вас есть проблемы, с которыми я вам могу помочь как project manager. Это может быть получить какое-то решение. Да? Допустим, вы вашему заказчику предлагаете два варианта на выбор. Мы можем использовать библиотеку А, мы можем использовать библиотеку Б. Уважаемый заказчик, посмотри, пожалуйста, на плюсы и минусы каждой и прими решение. Конечно же, мы будем задавать вопросы по требованиям, по ожиданиям заказчика. А как это должно работать? А что ты хочешь от своего продукта? Что там должно быть? Как оно должно отрабатывать? В зависимости от целей тоже у вас будет меняться и канал, и форма подачи, и время там, этой информации. Когда выяснили, зачем, то мы переходим к следующему вопросу. Когда нужно доносить ту или иную информацию? В вашем коммуникационном плане должен быть прописан график, с кем вы общаетесь и когда. Информация, полученная не вовремя, это одно из самых плохих вещей, которое может случиться на проекте. И там вы прописываете регулярность. Если это с командой, как мы уже говорили, это, скорее всего, будут ежедневные там daily митинги. Если это заказчик, то там, еженедельные отчеты, например. Если это более, менее вовлеченные лица, как какой-нибудь совет директоров, это, возможно, будут даже там, ежемесячные или ежеквартальные отчеты. Когда вы определили, когда нужно донести информацию, то есть еще у нас вопрос, по какому каналу. В зависимости от того, кто это, у вас будет разный канал коммуникации и с какой целью вы общаетесь. На любом проекте всегда возникает миллион мелких вопросов, на которые нужно получить ответ вот здесь и сейчас. И для такого прекрасно подходят разнообразные мессенджеры, Slack, Skype, там, где можно собрать всю команду и очень быстро получать ответ. Если это какой-то более сложный и обширный вопрос, где надо там привести много текста, расписать разные варианты, то хорошо подойдет имейл. Да? Плюс у вас останется какой-то еще информационный след, он быстро не затеряется. Если есть какой-то сложный вопрос, который нужно там, аргументировать очень много, презентовать много разных вариантов, увидеть обязательно реакцию заказчика, проговорить разные варианты, то идеально выходить на видеозвонок. Вот, когда вы определились, по какому каналу предоставляете информацию, то вы переходите к вопросу «как». Что здесь подразумевается? Это правила, по которым вы организовываете коммуникацию. Например, для daily митинга стандартная практика – это там от 15 минут до получаса. То есть у вас команда сообщает, над чем работает, задает какие-то там, говорит, какие на них есть, возможно, проблемы или что-то блокирует работу. Это в течение 15-30 минут вы покрываете ежедневно. Например, может быть правило там, отвечать или ставить реакцию на сообщение в мессенджере.
когда много людей, надо, вы доносите какую-то важную информацию, например, там, ребята, у нас определилась дата релиза, пожалуйста, все отреагируйте, что вы увидели это сообщение. Может быть такое правило, что вы собираете такие реакции. А может быть правило, через сколько там времени вы должны дать ответ на вопрос, если вам, к вам кто-то обратился. Например, там, в течение 2 часов нужно ответить либо в мессенджере, либо в имейле, если к вам обратились. Вот эти все правила вы прописываете в вашем коммуникационном плане. Когда вы ответили на все эти вопросы, то вот получается у вас примерно вот такой документ. Здесь вы видите, кто участвует, что это такое за митинг, с какой целью это проводится, общие правила и канал, по которому эта информация предоставляется и в какие временные промежутки. Что еще важно для себя понимать, что этот план – это живой инструмент. Это не какое-то там высеченное в граните правило, которое вы один раз придумали на проекте, и потом вы ему следуете неукоснительно, ничего не меняя. Нет, ни в коем случае это гибкий инструмент, вы смотрите, понимаете, что у вас это не работает. Например, у вас там, вам не хватает коммуникации с клиентом на еженедельной основе. Вам надо чаще. Тогда вы этот план переделываете. Из своего опыта вот на том же большом проекте могу сказать, что у нас был сначала один большой общий чат, где участвовали все там, ребята, все 40 человек, поняли, что нет, это неудобно, это не работает. Все сообщения теряются, до нужного человека не достучаться, люди стесняются отвлекать своим сообщением, 40 человек начинают ходить по личным сообщениям, вот, превращается это все в хаос. Окей, мы договорились, что все, мы разделяем там, по модулям, кто каким модулем занимается, вот эта команда имеет свой один маленький чат. Потом посмотрели, что да, есть у нас общий чатик, где сообщаются всякие важные новости, а также мы все друг друга поздравляем, а также мы туда кидаем фоточки и мемчики, там пишем, что вот сегодня там, я ушел, сегодня я болею, и все это тоже там важная информация в этом чате теряется. Окей, создали отдельный чат для того, чтобы там была только официальная важная информация, где все читают, и оно нигде не теряется. То есть вы всегда смотрите, как это работает, и приспосабливаетесь, меняете свой коммуникационный план под потребности вашего проекта. Но, опять-таки, как бы хорошо, идеально не был составлен коммуникационный план, все равно остается еще такая важная тема, как форма подачи информации. Если мы не умеем доносить свои мысли эффективно, как там не организовывая эти митинги, все равно как бы дела не будет. Поэтому как же можно нам доносить свои мысли эффективно? Первое – это надо понимать свою аудиторию. Коммуникация – это не только для проектного менеджера, это для других участников проекта. У каждого из нас и каждого из участников есть свой опыт, свои знания, свой уровень понимания, уровень погружения. Нам надо говорить с каждым из наших адресатов на одном языке, понятном для нашего, для того, с кем мы разговариваем. Это может быть там, не сыпать какими-то супертехническими терминами, не вдаваться в лишние детали. Из своей практики могу привести пример, что я работала с клиентами, они были достаточно нетехнические, они не очень понимали цикл разработки, ПО, как это все происходит, где это все тестируется. А как бы для нас это уже повседневные вещи, мы привыкли к этой терминологии, постоянно ее используем. И вот там я клиентам писала, что вот вы можете там на стейдже, это специальное окружение, не для тестировщиков, а уже для клиентов, где можно практически готовую фичу посмотреть. Вот на стейдже вы можете видеть, на стейдже вы можете видеть то, на стейдже вы можете видеть все. И клиенты меня не понимали и стеснялись немножко спросить. Им было неловко показать, что они там технически неподкованы и не понимают, о чем это. Когда мы это выяснили, мы прописали, проговорили с ними дополнительно, как у нас называются все там наши окружения, куда им можно ходить, где у них есть ссылки, и тогда всем стало легче. То
То есть это пример того, что надо всегда подстраиваться под уровень понимания и знаний своего собеседника. Тогда вы сможете эффективно доносить информацию. Что еще очень важно? Это специфику и культурные особенности. Сейчас это как никогда актуально, потому что мир становится меньше, глобализация идет полным ходом, мы сотрудничаем с людьми с разных стран, из разных культурных бэкграундов. И при этом всем должно быть комфортно, мы должны понимать, какие у нас есть культурные особенности у всех участников. Ну, тоже один из практических примеров, это мы обсуждали требования к одному из проектов и там в спецификации писали man hours, да, рабочие часы. А потом клиент сказал, что ну, давайте мы как-то это поменяем, потому что man hours – это звучит как-то дискриминационно, вот давайте называть это labor hours. То есть мы не учли в своей практике то, что для других стран использование феминитивов и более гендерно-нейтральная лексика – это обязательное условие, это очень важно, а нам ну, как-то это менее важно, мы пока к этому меньше привыкли. Также тут очень важно понимать технические там, особенности типа графиков работы, разницы в часовых поясов, разные выходные. Бывает часто, что неопытные ребята забывают посмотреть, там, что, допустим, у наших клиентов это день выходной, какой-то праздник. Начинают назначать им звонки, клиенты не отвечают. Либо начинают, там, смотрят сначала, когда команде удобно созваниваться, потом начинают искать время, когда удобно созвониться клиенту, и выходит, что там это у клиента там, условно 5 утра. Ну, как-то в 5 утра созваниваться с людьми – это немножко негуманно, поэтому нужно обращать на такие мелочи внимание. Тоже важная мелочь из практики. У нас очень часто с там, клиентами из Европы и США не совпадает время перевода часов. То есть у нас там переведут часы в эти выходные, у них переведут часы на неделю позже. И очень важно заранее проследить и подстроить свой график, чтобы не получилось, что вдруг все сместилось, все сломалось, мы не можем понять, когда же мы будем общаться. Следующий важный пункт – это необходимый уровень детализации для нашей аудитории. Тут надо понимать, сколько подробностей, сколько деталей нужно нашему клиенту, ну, не обязательно клиенту, нашему получателю информации для того, чтобы мы достигли своей цели. Например, если у нас есть наш заказчик, от которого нам нужно получить решение, да, мы идем таким путем или каким-то другим путем, мы должны предоставить четко плюсы, минусы, детали предлагаемых наших решений, как почему мы там предлагаем первое или второе, и помочь ему максимально сделать выбор. При этом, если мы, допустим, держим еще в курсе какое-то заинтересованное лицо, но это заинтересованное лицо не принимает решение, и этому заинтересованному лицу не очень интересно погружаться там в технические детали, они просто хотят понимать конечный результат. Тогда тут нужно уже писать, что вот мы выбрали там с нашим CTO вот такой путь, вот мы пойдем вот так. Не надо всех заваливать ненужными деталями. Вот. Что еще тоже по форме подачи очень важно? Это зависит от того, какие у вас отношения. Чем, скажем так, чем дольше на проекте, тем более неформальные отношения, как правило, устанавливаются даже и с заказчиком. Тем не менее, все равно нужно держать дистанцию, соблюдать определенную там, этику бизнес-коммуникации. Обязательно это должна быть структурная подача информации. Мы не наваливаем все в кучу, мы не пишем все одним полотном, начиная от того, что мы просто структурируем подачу информации, и заканчиваем тем, что мы просто визуально убеждаемся, что у нас выделены абзацы, это все не в каком-то, не в какой-то свалке, у нас отформатированный текст, все это разбито пронумерованными пунктами, и клиенту легко ориентироваться, у нас четко понятно, о чем мы будем говорить, что мы предлагаем и чего мы от клиента ждем. Тоже очень важна визуализация. Если мы говорим о каком-то прогрессе, о движении дальше, используем графики, таблицы. Если вы можете там что-то нарисовать,
нарисуйте это. Всегда графическая информация воспринимается намного лучше, чем текстовая. Что еще очень важно? Убедиться, что вас поняли. Казалось бы, это из разряда очевидного, но я же очень просто объясняю, рассказываю простые понятные вещи, но на самом деле мы не можем гарантировать, что нас другой человек понял. Один из самых простых примеров, которые там тоже на курсах коммуникации приводили, это если я сейчас скажу, подумайте о ведре. Кто себе что представит? Я, например, представлю себе пластиковое ведерко, которое можно пасочки на пляже делать. У меня ведро яблок. Ведро яблок. Есть еще у кого-то жестяное? Другая картинка? Жестяное. Металлическое. Вот. У меня сразу ведро, которое в классе стоит для того, чтобы полоскать там тряпочку, когда учитель протирает доску от мела. Вот. И казалось бы, мы говорим о таком простом предмете, как ведро. У каждого своя, при этом картинка в голове нарисовалась. Вот. Что уже говорить, если мы говорим о каких-то более сложных вещах, там как будет фича работать, и какое там планирование и так далее. Поэтому для того, чтобы понять, что, как бы убедиться, что вас правильно поняли, очень хорошо работает техника перефразирования. Я правильно понимаю, что? И тогда мы повторяем там за нашим клиентом, или неважно, с кем мы общаемся, как мы поняли. И тогда можно убедиться, что вы действительно понимаете друг друга хорошо. Что еще можно? Это когда мы подаем информацию, надо убедиться, что всем понятна цель сообщения. Если мы говорим о имейле, то у нас всегда есть subject имейла. И это не какой-то subject, my update, да, который не говорит ровным счетом ни о чем. Это тема, которая конкретная. Я там прихожу с еженедельным репортом за период, там, не знаю, с 1 по 7 октября. Тогда уже понятно, о чем это. Если мы говорим о там, устной какой-то коммуникации, да, собираем какой-то звонок или встречу с командой, то всегда вначале нужно напомнить о цели. А зачем мы с вами здесь собрались? Чего мы хотим достичь по итогам обсуждения? Также всегда должна быть подготовлена агенда встречи либо звонка. Какие вы пункты будете обсуждать? О чем будете разговаривать? Агенда это стоит рассылать людям заранее, потому что, скорее всего, людям надо будет подготовиться, настроиться, ну, как минимум морально, что вот мы будем такой-то список вопросов покрывать. Дальше. Надо разложить все по полочкам. Если мы говорим, это всегда по шагам, это всегда какие-то очень структурированная подача информации. Мы не вываливаем все данные, которые у них есть, мы идем последовательно. Мы сейчас обсуждаем фичу номер один. В этой фиче номер один мы должны обсудить, как вот это работает, как вот этот элемент работает, как вот этот элемент работает. Мы договорились, окей, хорошо, переходим к следующему вопросу. Бывает очень часто, особенно в не в письменной, а в устной коммуникации, когда очень люди уходят, да, там в разные детали, уходят куда-то в сторону, отклоняются. В таком случае надо жестко держать, как это следовать теме и не допускать, чтобы ребята уходили в какие-то дебри. Самый простой способ – это отследить. Вот, если у вас есть цель встречи, да, зачем вы собрались, и если последние, там, все, что вы обсуждали за последние 3 минуты, к этой цели не ведет, тогда надо это обсуждение сворачивать и переводить в другое русло. Либо отложить, либо просто сказать, что извините, это мы сейчас обсуждаем нерелевантные вещи, давайте вернемся к цели нашего обсуждения. Что еще помогает? Если у вас очень много вопросов, которые надо обсудить за коротенький промежуток времени, то очень хорошо помогает техника Timebox, ну, или выставить временные рамки. Когда на старте вы приходите и говорите, так, нам сегодня надо там покрыть 7 вопросов, поэтому у нас там 10 минут на первый вопрос, 5 минут на второй, 15 на третий и так дальше. Расписываете
ваше время и строго следите за тем, чтобы вы в это укладывались. Это очень хорошо помогает удержаться от излишней детализации, от ухода в какие-то там смежные области, от спора по несущественным вопросам. Тогда это помогает всем держать фокус конкретно на цели и на что нам нужно обсудить, к какому решению нам нужно прийти. Вот. И очень важно это, какие ожидаемые действия по итогам встречи. Как правило, у нас мы собираемся не просто поговорить, обсудить, как там все будет у нас прекрасно, а нам нужно принять какие-то действия по итогам встречи. Поэтому каждый участник в конце должен понимать, какие у нас вынесены там, шаги следующие и кто за это отвечает. Опять-таки, в конце каждой встречи должно быть summary, которая подбивает, о чем мы договорились, какие наши следующие шаги, и кто конкретно будет делать эти следующие шаги. Так, следующее мы ориентируемся на цель. И что ожидается у нас в ответ на информацию? Когда мы предоставляем какую-то информацию, мы это, ну, опять-таки, говорили уже, что это либо собрать ее, либо там получить какое-то решение, либо просто проинформировать. И нам нужно четко нашему адресату объяснить, о чем мы от тебя хотим по итогам. То есть в каждом там имейле или там по итогам каждого звонка должен быть call to action. Что нужно сделать? Там, например, не знаю, мы хотим клиенту сообщить, что у нас завтра выходной, да, у нас праздник. Тогда нам от него нужно просто понимать, что да, ты понял, принял, ты не ждешь, что мы завтра будем на связи. Либо ну, нам нужно, тогда мы в имейле напишем нашему клиенту, там, пожалуйста, сообщи, что ты понял. А если мы говорим о том, что нам нужно какое-то там решение, то мы описываем там всю ситуацию, говорим, пожалуйста, уважаемый клиент, мы ждем от тебя решения по такому-то вопросу. Идеально еще и ставить дедлайн, потому что бывают случаи, когда вам нужно срочно, а клиенты люди заняты, у них много еще параллельных задач, они могут это откладывать просто потому, что они не понимают срочность. И тогда ты пишете, что мне там нужно ваше решение завтра до 12, окей, это тогда уже человеку понятно, когда ему нужно заняться этой задачей. Если мы, допустим, хотим получить от клиента какие-то доступы, то мы тогда прямо такой пишем call to action, пришли мне какие-то доступы тоже там завтра до 12 или там в течение 2 дней, для того, чтобы мы могли дальше работать. Вот. Мы уже говорили о необходимом уровне детализации, и надо понимать, кому сколько деталей давать, чтобы и не перегружать, но и не давать слишком мало информации. И как часто нам надо общаться. Тоже надо отталкиваться от цели. Там, если нам нужно понимать статус апдейт, то это мы будем делать каждый день. Опять-таки, допустим, с тем же клиентом. Если мы идем в обычном ходе там, разработки, то ну, нормально давать какой-то статус апдейт клиенту раз в неделю, раз в 2 недели. Если мы уже там, близимся к релизу, у нас более насыщенная, интенсивная работа идет, можно хоть каждый день давать промежуточные апдейты клиенту, что проходит. При этом надо всегда помнить то, о чем мы с вами говорили раньше, слишком много коммуникации, это плохо, слишком мало, это тоже плохо. Надо найти золотую середину. Так, ну и очень важно своевременное информирование. Тоже уже мы с вами этот вопрос поднимали о том, что если информацию получаем не вовремя, это очень печально. Поэтому сообщаем новости, чем раньше, тем лучше. Если у вас есть хорошие новости, прекрасно. Чем раньше вы ими поделитесь с клиентом, тем лучше будет. Например, вы закончили раньше, вы готовы, прекрасно. Но чаще встречается обратная ситуация, когда у вас новости не очень хорошие. И тогда чисто психологически очень сложно заставить себя прийти к клиенту с плохими новостями. Особенно, ну вот, а вдруг же завтра у нас что-то получится, а вдруг мы ускоримся, а вдруг что-то поменяется, и уже не надо будет сообщать эти плохие новости. Вот в таком случае надо перебороть себя, и как только у вас понятно, что идет не так, все идет не по плану, то надо об этом сообщить. Чем раньше клиент об этом узнает, тем больше у него будет времени
для маневра какого-то, там, перенести свои какие-то активности, передоговориться, принять эту информацию, тем больше у вас будет времени проработать дополнительные варианты, как вы можете эту ситуацию поменять. Регулярные встречи лучше проводить в одно и то же время. Почему? Потому что это вырабатывает привычку, это легко запомнить, это комфортно команде. Самый простой пример – это дейлики всегда в одно и то же время, каждый день, забиты сразу в календаре, желательно утром. Для того, чтобы... Почему? Потому что вы там по результатам дейлика выяснили, что у кого-то есть там какие-то вопросы, кому-то нужна помощь с задачей, у кого-то есть там что-то блокирующее, и у вас есть время в течение дня все эти вопросы порешать. Как-то к вечеру это уже, ну, как правило, не так эффективно, хотя тоже зависит от проекта. Вот, и ситуация, что лучше позже, чем никогда, с информацией не работает. Вот тут уже всегда должно быть раньше. Если вы там в день релиза пишете клиенту, что нет, счастья не случится, все-таки ничего не будет, то это очень печальная ситуация, которая ведет к тому, что несчастливы все по итогу. Вот. Также очень важно определить, как мы подаем информацию и в письменном общении, и в устном общении. По результатам исследований того же PMI, более 55% информации мы получаем из языка тела. То есть не из слов, а из того, как мы выглядим, как мы двигаемся, какие жесты мы делаем, какая у нас мимика и так далее. Поэтому здесь важно, и, во-первых, следить за собой, во-вторых, обращать внимание на того, с кем вы общаетесь, и считывать эти сигналы, как вас воспринимают. Дальше применяем эмпатию. Мы слушаем внимательно собеседника, мы пытаемся понять, что он сейчас чувствует, включаем какой-то режим сопереживания. Если вы пришли с новостями о том, что, там, допустим, релиза не будет, клиент расстроен, поймите его, выслушайте, поддержите. Очень важно помнить об эмпатии в письменной коммуникации, потому что если 55% – это язык тела, да, его нету в письменной коммуникации, мы человека не видим, то еще 38% – это интонация. То есть то, как вы говорите, тембр речи, интонация, скорость – все это очень добавляет живости тому, что мы говорим, и добавляет контекста. Естественно, это уже получается, там, сколько больше 90% теряется в письменной коммуникации. И письменная коммуникация может звучать сухо, как-то грубо. Надо очень сильно обращать на это внимание, как вы напишете и как человек может воспринять письменный текст. Потому что письменный текст будет восприниматься исключительно через призму своего состояния сейчас, своего мировосприятия, там, каких-то своих установок, отношений с этим человеком и так далее. Дальше очень важно выбирать стиль общения и подстраиваться под своего собеседника. В каком плане? С кем-то это более формально, с кем-то менее формально, с кем-то проще там, где-то о чем-то посмеяться, с кем-то нужно обязательно начать со смолтока, да? С кем-то надо переходить сразу к делу. Почувствуйте своего собеседника, подберите тот стиль, в котором ему комфортно. Следующее – это работа с возражениями. Когда мы говорим о каких-то достаточно сложных вещах или как бы хотим от клиента непростого решения, надо всегда заранее подумать, а какие у нас будут к тому, что мы сообщаем, вопросы, и какие у нас могут быть возражения, там, аргументы против, и постараться проработать это все заранее. Например, вы говорите о том, что вам нужно там, расширить команду, да, для того, чтобы успеть в срок. И вполне возможно, у клиента возникнут аргументы против. Там, я не хочу, а почему вы не успеваете? Надо объяснить, почему вы так и не успеваете таким составом, чем это будет хорошо, почему это сейчас важно. Вот, проработав это все заранее, вам будет намного проще уже вести переговоры с клиентом.
И следующий пункт – это аргументация, он тоже перекликается очень с предыдущим. Хорошо готовить аргументацию, исходя из ценностей и потребностей нашего собеседника. Например, если мы говорим о том, что клиенту очень важно там какой-то релиз провести вовремя к определенной конкретной дате, то мы уже тогда и этот аргумент используем как основную для него ценность. Давай мы добавим еще людей, и тогда мы успеем к нужной дате. Если же у клиента ценность, допустим, это не вылазит за ваш бюджет, там, условно, еженедельный на проект, тогда аргумент с тем, что давай добавим еще людей, тогда все пойдет быстрее, он вряд ли сработает, потому что мы не попали в ту самую ценность, которая есть у клиента. Для того, чтобы работать с потребностями и ценностями клиента, есть замечательная техника, которую я очень много рекомендую и которую, в принципе, достаточно распространена у нас в компании, это ненасильственное общение. Ненасильственное общение – это техника переговоров, которую придумал Маршал Розенберг, и направлена она на то, что у каждого из нас есть какие-то потребности. И когда наши потребности не удовлетворяются, это вызывает достаточно сильные эмоции. Вот умение за эмоциями друг друга распознать потребности приводит к тому, что все наше общение становится не токсичным, а более легким, и мы тогда можем адекватно друг друга понимать и передавать суть. Ненасильственное общение состоит из 4 компонентов. И первый из них – это безоценочное наблюдение за ситуацией. Когда мы говорим о фактах, а не о своих эмоциях либо переживаниях. Например, там, допустим, меня бесит, ты постоянно опаздываешь. Это не факт, это уже эмоция, и в конструктив вы, скорее всего, не выйдете, если поделитесь такой эмоцией. И если мы будем разговаривать фактами, то это будет вот за последнюю неделю ты 3 раза опоздал. Это не звучит обидно, это безэмоционально, это не вызывает желания сразу сходу поспорить. Следующий компонент – это определение эмоций, которые ситуация вызывает у нас. Если мы вернемся к тому же примеру опоздания, ну, бесит. Человек опаздывает постоянно, это правда бесит. Начинаешь думать. Угу. Начинаешь думать об эмоциях собеседника. Почему же это меня бесит? Да? Почему он может опаздывать? Начинаешь разбираться. Что за этим стоит? После того, как мы определили эмоции, которые связаны с этой ситуацией, тогда мы переходим к выражению своей потребности. То есть вот эта вот самая эмоция, она вызвана какой-то потребностью. Если меня бесит, что человек опаздывает, наверное, это связано с тем, что у меня есть потребность в том, чтобы чувствовать себя важной, чувствовать какое-то уважение со стороны. Потому что я не просто тут ерунду какую-то делаю, которую можно игнорировать, а то, что я делаю важную работу, давайте приходить все вовремя. Вот. Поэтому, когда мы понимаем, какая потребность стоит за этим, за нашей эмоцией, тогда мы можем ее достаточно просто и легко донести до нашего собеседника. Тоже, например, мне важно, чтобы там, команда мне сообщала, если у них есть какие-то проблемы с тем, чтобы сделать задачу вовремя. И я очень расстраиваюсь и грущу, если мне там не сообщают информацию вовремя, я не могу ее дальше вовремя передать клиенту. Почему? Потому что у меня есть потребность в безопасности. Я не хочу быть в ситуации стресса, когда мне приходится там клиенту объяснять уже на горящих сроках, что мы не успеваем. Поэтому вот это вот моя потребность в безопасности. Вы поможете мне ее сформировать, если вы вовремя мне будете что-то говорить. Если доносить в таком ключе, тогда это не звучит ни обвинением, ничем, и дает понимание, и дает какой-то контекст другому участнику. Вот. И вот эта самая просьба об удовлетворении потребности. Хоть это в рабочем контексте может звучать немножко странно, но тем не менее, вот, можно договорить, что, пожалуйста, мне важно там чувствовать себя в безопасности, не чувствовать стресс от того, что я там клиенту сообщаю не вовремя, не получить от него негатив. Пожалуйста, предупреждайте меня вовремя, если у нас что-то откладывается. В
таком формате мы не обвиняем собеседника, мы говорим о себе, помогаем собеседнику почувствовать наши эмоции, увидеть потребности и привести к какому-то общему пониманию. Как думаете, сможете ли вы такую штуку, полезно ли будет это применять в вашей повседневной жизни? Это очень сильно напоминает, есть психологический тренинг в обыденной жизни. Вот это вот прям по пунктам совпадает. Да, эта техника на самом деле много где используется. Это не какой-то там ноу-хау project management, а это больше даже про общение, про переговоры. Но, тем не менее, поскольку мы работаем с людьми, это, правда, в каких-то ситуациях помогает. Хотя в некоторых случаях оно может звучать для нас неорганично и непривычно. Мы не привыкли общаться по таким формулам. Зачастую с мужчинами сложнее, когда эмоцию выражаешь. Они могут ее не позволять себе испытывать, и поэтому сложность может быть, как бы, либо он начнет возражать, либо он начнет закрываться, либо он перестанет, как бы, контактировать с тобой, потому что ты все время говоришь: «Ой, мне грустно, мне так печально, мне там еще как-то». Да, вот. Есть такое, что не все готовы слышать эмоции, поэтому очень много эмоций, может, и не стоит как это приводить, но тем не менее какую-то там потребность, свою эмоцию стоит назвать. Еще интересный нюанс, который всплывает, это то, что нам очень сложно распознавать даже свои эмоции. Если там остановиться и подумать, назовите там сколько-то эмоций, то мы, наверное, сходу назовем 5-6. Большинство из них будут негативные. Там грусть, печаль, там тревога, еще что-нибудь. Поэтому нас не очень учат ни в школе, ни дальше уметь работать со своими эмоциями. А если мы умеем работать со своими эмоциями, понимать свои, нам намного легче понимать окружающих и не избегать каких-то конфликтов и понимать, что конфликтная ситуация не вокруг тебя, а вокруг там каких-то эмоций, которые испытывает человек. В связи вот с этим еще можно поговорить о том, чего стоит избегать, да, когда мы выстраиваем общение с людьми. Конструкции «я тебе говорил». Если мы начинаем «я тебе договорил», все, на этом конструктив закончился, и пошло только желание поспорить. Нет, не говорил, а если говорил, то ты не знал, а если говорил, то ты не понял. Вот этим вот «а я тебе раньше говорил», мы вызываем у собеседника чувство вины, нет какого-то безопасного пространства для общения, все, дальше будет уже спор ради спора, а не попытка выработать какие-то шаги решения проблемы. То же самое, если мы в речи используем слова «всегда», «никогда», «постоянно», «ты всегда опаздываешь», «ты никогда не делаешь вовремя». Все, человек не хочет уже сосредоточиться на том, что вообще у вас происходит и какую там ситуацию вы пытаетесь решить, он уже хочет вам доказать, что нет, вот позавчера я не опоздал, поэтому это не всегда. Или там, вот, прошлую задачу я сделал вовремя, поэтому никогда тут не применимо. Все, на этом конструктив заканчивается. И прямое отрицание. Сходу, когда мы сразу говорим: нет, ты не прав, все. Дальше нас не готовы уже слушать, как бы прекрасны не были аргументы, которые мы используем в речи. Поэтому за вот этой формой подачи информации очень важно следить. Вот. Какие еще полезные мелочи, просто мелочи, о которых стоит помнить в общении? Если у вас уже прошло больше 3 раундов переписки по одному и тому же вопросу, позвоните. Потому что дальше вот именно проблемы письменной коммуникации, когда мы не можем передать там все эмоции полностью контекст, начинается вот какое-то там закапывание в деталь. Созвонитесь, это будет в разы быстрее. Следующий – это следим за своим текстом. Он очень нейтрален, в тексте нет эмоций, получатель будет его окрашивать по своему эмоциональному состоянию и, может быть, там прочитает совершенно не то, что вы хотели сказать. Самый простой пример – это если там человек вам пишет очень большое какое-то сообщение, там много важной информации, вы отвечаете: «Окей».
Если это голосом сказать, то это можно там интонацией, лицом и так далее передать, что вы в этот момент чувствуете. Если это просто две буковки, то это может быть даже обидно. У нас есть эмодзи, которые помогают чуть-чуть принести эмоциональную окраску текста, но тут надо использовать аккуратно. Если у нас там после каждого предложения, после каждого слова стоит смайлик, это тоже выглядит немножко странно и каких-то людей может раздражать. Вот, поэтому следим за тем, чтобы у нас текст был нейтральный, и как его может воспринять другой человек. Следующее. Перефразируем, подводим итоги. Всегда, когда нам нужно убедиться, как нас поняли, перефразируем то, что сказал собеседник, подсуммируем и подводим итоги обсуждения. Это прям очень классно помогает, особенно если у вас был какой-то длинная встреча, достаточно много обсуждений, вы там от одного к другому ходили, обсуждали разные варианты. Когда вы подсуммируете в конце, тогда у всех уже остается сухой остаток, до чего вы договорились. Достаточно часто на таком этапе, когда вы начинаете: «Итак, мы там договорились о пункте 1, 2, 3», участники такие: «Нет, стоп, пункт 2 был не так». Окей, тогда возвращайтесь на шаг назад, либо назначайте дополнительную встречу, но хотя бы вы уже понимаете, что вот в каком-то пункте вы не сходитесь. Вот, и следующее – это следим за своим языком тела. Вот, при этом… Мы уже говорили, что там больше 50% передает тело, мимика и так далее. То есть следим, что мы делаем. Если мы вот так вот сидим и что-то пытаемся клиенту рассказать, это выглядит очень раздражающе. Если постоянно куда-то там взгляд уходит, мы не смотрим человеку в глаза, это тоже там может выглядеть странно. Точно так же следим за там нашим собеседником. Если человек уже там начинает смотреть по сторонам, смотреть в телефон, зевать, еще что-то, что-то мы рассказываем ему очень неинтересное, надо поменять свои какие-то там подход, форму подачи, либо вообще перенести, потому что человек не здесь и не с нами. Вот. Какие есть вопросы перед тем, как мы перейдем к практике? Можно вопрос? Конечно. Спасибо. По поводу того, что вот когда в команде и вы как лидер понимаете то, что направленность определенных людей немножко неправильная, но мне кажется то, что неправильно говорить, вот как вы говорили, что ты не прав абсолютно, вот так нужно. Как их направить на то, чтобы они поняли? Про то, что, может быть, они не совсем правы, им стоит пересмотреть свое мнение на определенную ситуацию, на определенное их мнение к определенной ситуации. Так, ну, во-первых, начнем с того, что вряд ли люди делают какие-то вещи на зло, потому что они там какие-то очень плохие, да, если они делают какие-то вещи, которые, назовем это так, проекту не полезны, возможно, у них неполная информация, да, то есть тогда нужно с людьми собраться и узнать, а почему ты делаешь именно вот так, почему ты считаешь, что это нам поможет. Смотри, у нас вот есть такая цель нашего проекта, мы там, не знаю, должны зареализить приложение через месяц. Почему ты считаешь, что это нас приблизит к цели? Узнаете, и тогда уже работаете с аргументами, которые человек сказал. И убеждаете там, допустим, почему мы должны зарелизиться через месяц, почему ты считаешь, что мы сейчас должны потратить время на рефакторинг, то есть там улучшение старого функционала. Ну, потому что это правильно. Да, конечно, это правильно, но на данный момент у нас не совсем есть там временные ресурсы этим заниматься. Скажи, пожалуйста, это нам... Это критично там, для качества проекта, если мы это сделаем позже. Вот как-то так. То есть обязательно узнать, почему человек так делает. И уже работать с аргументами. Спасибо. Угу. Еще вопросы? Еще вопрос. Если, вот как мы, например, обсуждали ситуацию, человек, который опаздывает, предположим, или еще что-то в этом роде, если мы несколько раз говорим, но нас все равно не слышат, и как-то ставить какие-то ультиматумы или еще что-то не очень хочется. Что вообще делать в такой ситуации? Ага. Ну, во-первых, вернемся к предыдущему рецепту, почему человек опаздывает.
что происходит. Ну, либо человеку все равно, либо человек, в принципе, такой весь из себя неорганизованный, никак не может с этим жить. Либо есть какие-то объективные причины, почему человек опаздывает. Не знаю, мне надо ребенка отвезти утром в школу, и я не успеваю, да, пока там его соберу, доведу, помогу переодеться, все, уже время ушло. Поэтому узнаем, почему. Если человеку все равно, наверняка он не понимает, в чем ценность вообще там приходить вовремя и участвовать там в каком-то вашем мите. Объясняйте, что смотри, ты вот опаздываешь, ты пропускаешь кусок информации. То мы для тебя это повторяем дополнительно и тратим время там еще 5 людей. Вот. Ну, если это не работает, ну да, придется тогда какие-то уже принимать меры и сделать жизнь этого человека неудобной, чтобы опаздывать было как-то проще, чем не опаздывать. Вернее, наоборот. Короче, если ты опаздываешь, твоя жизнь становится сложнее. У меня из этого вопроса тоже выплывает свой. Скажите, пожалуйста, если все-таки человек противится и не собирается какие-то делать выводы после этой ситуации, не проще ли просто его выгнать и начать поиски какого-то другого, который более заинтересован в работе, а не, ну, нежели тратить время на то, чтобы перевоспитать своего сотрудника? Ну, опять-таки, вернемся к тому, что все-таки большая часть сотрудников не делает какие-то вещи на зло. Да, такая ситуация тоже возможна. Если человек не реагирует никак на обратную связь и не слышит, да, возможно, придется прощаться. Иногда это простой путь. Но при этом надо учитывать еще последствия для проекта. Если есть проект, который вы разрабатывали уже 8 лет, вам будет достаточно сложно вот так вот по щелчку поменять сотрудника. Поэтому тут надо учитывать все возможные последствия данного решения. Спасибо. Есть ли какие-то особенности в коммуникации неопытной команды? То есть это, например, либо люди, у которых не было опыта работы в проекте, либо это студенческий проект. Есть как, ну, какие-нибудь особенности, фишки, которые упростят жизнь? Одна из самых частых особенностей неопытных ребят в команде – это страх задать что-то в общем канале коммуникации, показаться некомпетентным, поэтому они ходят по личным сообщениям, потом мы собираем всю эту информацию до купы. Тут может помочь создать безопасное пространство. Никто не будет смеяться, если ты задаешь вопросы, никто не будет там как-то негативно реагировать. Окей, задавать миллион, даже, возможно, с какой-то там точки зрения глупых вопросов в общем канале. Приучать общаться вместе. Это вот самая частая штука, которая встречается. Как говорит один из наших клиентов, самый худший вопрос – это незаданный вопрос. Спасибо. А был когда-нибудь такой случай, когда клиент говорил: «Ой, вы знаете, мне так грустно, что я ждал новую фичу, поэтому я вам не заплачу за это». Да, грустно – это не то слово, да, было. Было и такое. Я бы сказала, что чаще используется слово «outraged». Я немножко как это… Я очень взбешён тем, что вы вовремя не сделали. Я вам не заплачу. Это же как это, грусть – это уже пройденный этап. Окей. Тогда, если вопросов нет, то мы можем, наверное, переходить. Или есть еще вопросы? Есть еще вопрос. Да? Вот вы рассказывали про эффективную коммуникацию с командой с помощью мессенджеров и имейла. А вот если вот судить на протяжении дня, какие есть актуальные приложения, ну, для проектного менеджера, ну, в целом, который он может использовать на протяжении дня, ну, для любых целей рабочих? Это зависит очень сильно от целей. Мессенджеры, трекинговая система, зависит от того, какой трекинговой системой вы пользуетесь на данном проекте. Это, ну, вот один из самых часто используемых рабочих инструментов. В нашей компании это Jira, это могут быть там Asana, Trello, Microsoft Teams, неважно. Но трекинговая система там, где вы в любой момент времени можете посмотреть, в каком состоянии ваш проект, какие задачи сейчас в работе, что следующее, что закончено. Google календарь
Это тоже один из основных инструментов, где запланированы там все встречи. Хотя, может, ну, наверное, Google календарь самый распространенный, возможно, есть еще другие, ну, неважно, календарь, в общем. Там же вы забиваете себе какие-то свои активности, да, пусть это не только встречи с командой, с клиентами, еще с кем-то, а еще какие-то свои задачи, которые вы должны сделать как project manager. Инструмент, в котором хранится документация по проекту, в котором вы ведете и требования, именно бизнес-требования, и какие-то там те же коммуникационные планы, отчеты и прочее. В связке с Jira обычно идет Confluence. Ну и Google, там какие-нибудь таблицы и документы для разных графиков, отчетов, драфтов, писем. Вот как-то так. А какая, на ваш взгляд, самая сложная обязанность проектного менеджера? Да так и наладить эффективную коммуникацию со всеми участниками для того, чтобы нигде ничего не терялось и не возникало конфликтов на ровном месте. Чтобы заказчик потом все-таки заплатил, правильно? Да. Скажите, если он все-таки не хочет платить, это же получается недоработка ваша, правильно? Вы не доносили до команды важность ускорения и соблюдения дедлайнов, или же вы не доносили заказчику о проблемах вовремя? Вот, я бы сказала, что тут проблема с неправильно сформированными ожиданиями заказчика. То есть у него в голове вы должны сделать вот этот объем работы за вот это количество времени, по факту это не так. Можно, конечно, очень долго там в команде пытаться донести о том, что надо ускориться, но иногда физически нельзя ускориться. Да? Поэтому тут все дело в том, чтобы правильно выстроить ожидания заказчика. То есть постоянно понимать, где мы сейчас, сколько нам еще осталось, почему нам осталось именно столько, какие проблемы у нас возникли, и давать заказчику полную картину. Тоже один из там самых, одна из частых ошибок, когда мы там приходим к заказчику, говорим, ой, нам надо еще 8 часов, и еще 8, и еще 3, и еще 2 вот тут на мелочь. И оно вроде как выглядит, ну тут 8, тут 3, ну немного, а в общем набегает там 150 условно. А когда вы даете общую картину, там, смотри, у нас там возникла такая-то проблема, мы с тобой договаривались, что сделаем за 160 часов, а нам надо еще 8, итого будет 168. Это вроде кажется очевидно, но очень часто вот эти вот кусочки информации теряются. Поэтому надо доносить общую картину, показывать заказчику всегда, где мы есть и к чему мы придем. А при таком конфликте кто вам потом помогает решать его? А при таком конфликте у нас в компании есть аккаунт-менеджеры, которые отвечают за то, что заказчик... Мы соблюдаем договоренности по контракту, как мы, так и заказчик, и что, в общем-то, заказчик доволен процессом работы. А там мы уже подключаемся всей командой и смотрим, что произошло, а почему так сложилось. Это действительно мы чего-то очень сильно не учли и накосячили, либо... скажем так, у заказчика немножко завышенные ожидания, тут уже разбираемся в конкретной ситуации, пытаемся найти пути. Но, опять-таки, открытое принятие там, каких-то своих, возможно, недоработок открывает двери к дальнейшему общению с заказчиком. Спасибо. И у меня еще вопрос. Там в начале презентации было сказано по поводу 75-90% времени PM уходит, да, на коммуникацию. Угу. Как вы считаете, эффективная коммуникация и плюс процессы – это какой процент в идеале для проект-менеджера должен быть? Мне кажется, 90% – это очень много. Ну, 90% – да, 90% – очень много, я согласна, потому что не остается время на другие процессные задачи, там, на мониторинг, на репортинг, на стратегическое какое-то ведение проектов. Но порядка 75, да, это в любом случае так оно и выходит. Опять-таки, если мы под коммуникацией понимаем там, составление отчетов, планов и еще чего-то, то да, тогда и все 90 можно включать. Кстати, это хорошее замечание по поводу составления отчетов. Это касается вообще в целом не только клиента.
Да, в идеале, конечно, какие-то промежуточные отчеты и прозрачность давать не только нашему клиенту. Мы очень часто говорим о том, что нам надо клиенту дать прозрачность, нам надо дать понимание, где мы. Но команда тоже наш внутренний клиент, да, с которым мы работаем. И у команды обязательно должна быть прозрачность, что у нас происходит, куда мы движемся, там, к чему стремимся, на каком мы свете, там, успеваем мы, не успеваем, потому что тоже ребята заняты каждый конкретно своей задачей, и зачастую они не видят общей картины, и PM может помочь им увидеть эту общую картину, а где мы сейчас. Спасибо. Как наиболее эффективно связать людей на разных этапах проектов, то есть, например, мы берем разработчиков, потом мы берем тестировщиков, между ними должна быть какая-то связь, коммуникация, либо они работают отдельно, и как это будет наиболее эффективно? Обязательно должна быть общая связь у всей команды, в идеале. Если вы там начинаете работать над какой-то фичей, разобрать требования вместе и с разработчиками, и с тестировщиками, мы все понимаем, что мы делаем, зачем мы делаем, как это будет все работать. У вас обязательно общий проектный чат, в котором общаются представители всех направлений, дизайнеры, бизнес-аналитики, тестировщики, разработчики, проект-менеджер, DevOps, если они у вас есть, все в общем чате. И у вас стейли-митинги, в которых участвует вся команда, каждый дает свой статус-апдейт и задает свои вопросы любому участнику команды. Спасибо. Ирина, скажите, пожалуйста, у вас, наверное, много разных образований или какое-то профильное есть? Какое самое полезное для этой работы вы получили? Хороший вопрос. У меня экономическое образование, а ребят, с которыми мы работаем, разное, у кого-то техническое, у кого-то экономическое, у кого-то гуманитарное. Я бы сказала, что не так образование влияет, как структурность, проактивность, нацеленность на результат. Нет у нас какого-то образования, которое вот там ты пошел, получил диплом, и все, ты уже готовый проект-менеджер. Так не работает. Любое образование не помеха, если есть желание и определенные качества, вот так я скажу. А предыдущее какое ваше место было тогда работы? Предыдущее место работы. Да. Так, сейчас я вспомню. У меня с моей подругой был небольшой частный бизнес с курсы кроя шитья. Ну вот, вы сами себе были проект-менеджером. Да, как-то так. Хорошо, спасибо большое за ответ. Так, ну что, мы готовы переходить к практике? Да, ну, так как лекционная часть у нас закончилась, мы сейчас завершаем трансляцию на Facebook. Спасибо всем, кто присоединился и смотрел нас на Facebook. Так, можно, я думаю, говорить задание, которое будет у ребят. Да, и потом мы их распределим по сессии. Да. Итак, у нас будет задание составить, я дам условия, в которых проекта, надо будет составить план коммуникации и, а собственно, что я на него не листаю, вот, и надо будет составить план коммуникации и презентовать его от каждой мини-комнаты. Задание такое: ваша команда работает совместно с командой клиента над новой версией приложения. Со стороны клиента есть разработчик и CTO. В вашей команде тоже есть 3 разработчика, бизнес-аналитик и quality assurance engineer. Основное контактное лицо – это CTO. Кроме него, из менеджмента с вами очень редко общается CEO. Он очень мало участвует в разговорах, но он является авторитетом для своей внутренней команды. У вас через месяц релиз – и ваш CTO уходит в отпуск. Команда на той стороне делает часть фичи, если они не вовремя ее сделают, она вас полностью заблокирует. То есть вам надо для этой ситуации сделать план коммуникации и презентовать его Джону, как чуваку, который, скорее всего, будет заменять во время отпуска. Вот на это все дело у нас есть 15 минут на выполнение, и потом каждая команда, кто-то один презентует свой план коммуникации.
Вопросы? Я, с вашего позволения, уйду на другой митинг. Хорошо, поэтому без меня практическая часть. Спасибо, Ирина, большое за вообще классную Спасибо. Презентацию. Да, всем, всем удачи, пока. Спасибо. Можно небольшое уточнение? Нам нужно... Ой, простите, я вас не слышу. Алло, алло. Может, лучше тогда в чат написать, если проблемы с микрофоном возникли. Простите, у меня, наверное, что-то с наушниками случилось. Я вас очень... Вас не слышно, Екатерина. Вы с нами? Можно я пока задам вопрос? Да, конечно. А подскажите, пожалуйста, кто такой Джек? А, окей. Есть технический директор, CTO, его зовут Джек. Он с вами плотно общается, является авторитетом для своей части команды. И есть второй товарищ Джон, он, можно сказать, генеральный директор, CEO. Он просто в курсе событий. Он с вами мало вовлекается. Но он тоже является авторитетом для своей части команды. Я ответила на ваш вопрос? Да, спасибо большое. Так, ну я думаю, мы можем открывать сессионные залы. Угу. Так. Ну, вы, в принципе, если что, можете к ним подсоединиться в зал или транслировать им сообщение всем. Так тоже можно делать через кнопочку сессионного зала внизу. Транслировать всем – это хорошо. Так, а ну-ка, помогите мне еще раз, как это сделать. Тут снизу, там, где демонстрация экрана, есть кнопочка «Sessions» или «Сессионные залы». Так. О. Есть. Угу. Надеюсь, всем видно. Так, у нас, наверное, не все разошлись по залам. Вижу, тут еще кто-то остался. Ну, это тут два человека осталось, которые не вошли в зал. Так они все вроде распределились. 15 минут, да? Да, 15 минут. Ну, тогда до 50 минут где-то. Хорошо.
Так, ну я прошелся по группам, там ребята уже заканчивают. Где-то еще, наверное, максимум минутку. Так, ну мы сейчас уже ожидаем, как у ребят есть, как бы это грустно не звучало, 20 секунд, чтобы выйти из сессионных зал. Поэтому да. Так, ну мы можем уже, в принципе, все вернулись, поэтому Ирина. Отлично. Так, ну тогда, пожалуйста, каждая комната, презентуйте свой коммуникационный план. Кто готов первый? Я готов. Так, да. Получится шарить или это просто голосом? Я просто голосом, я с телефона. Супер. С блокнотом. Итак, мы выделили 5 основных моментов, по которым нам надо будет общаться. Первое – это передача экспертизы от CTO, бизнес-аналитику, чтобы мы понимали, что мы будем делать 3 недели, пока не будет CTO. И какие у нас цели, какие требования. Потом – это daily для команды. Третий. Это инициирующий митинг этой нашей фазы, где нам нужно утвердить, как мы будем работать весь этот месяц. И четвертое – это контроль сроков. У нас есть дедлайны, и значит, нам нужно проверять, вписываемся ли мы в них. И пятое – это оперативные вопросы, которые возникают каждый день между двумя командами, внутри команд. И теперь по пунктам. Передача экспертизы. Ну, в принципе, это зависело бы от того, ну, от географического положения. Это можно либо офлайн встретиться, если нельзя, то это звонок. Участвует бизнес-аналитик
техдиректор и, возможно, клиент. Мы так и не поняли, есть, ну, кто product owner по всей этой истории. Вот, это нужно поделать за неделю оставшуюся до отпуска CTO. И я думаю, лучше всего будет понедельник, среда, пятница. Потом daily. Ну, это каждый день в начале рабочего дня. Онлайн плюс офлайн. Ну, если кто-то... Короче, это должно быть физически одно или два места. И если это два места, между ними какой-то телеком, какая-то связь, видеозвонок. В начале рабочего дня до получаса. Принимает участие вся команда разработки, техлид, бизнес-аналитик, QA. Инициирующий звонок, где мы обговариваем стратегию. Здесь принимают участие вообще все, ну, включая самых крупных наших стейкхолдеров. Контроль сроков. Здесь нужны тех лиц со стороны клиента. Потом бизнес-аналитик. И, наверное, тестировщик. Это нужно делать каждую неделю. И, возможно, ну, не в конце, наверное, в четверг, чтобы за первую неделю что-то успели сделать. И оперативка – это чат. Лучше всего, например, гугловский чат, потому что там есть треды. Можно начинать тред для разных вопросов. И, собственно, туда можно включить всех, даже директоров. Все. Круто, спасибо большое, очень подробно. У меня будет дополнительный вопрос. В контроле сроков участвует у нас техлид, QA и бизнес-аналитик, по-моему, мы говорили. Мне здесь не хватает кого-то со стороны клиента, с которым будем говорить, что по срокам там все хорошо или не очень хорошо. Почему это такой состав? Техлид со стороны клиента. Окей, тогда как, опять-таки, как в этой картине мира вы будете сообщать кому-то на стороне клиента, да, на время отпуска, например, вашему гендиректору о том, что все идет по плану или уже не идет по плану? В принципе, можно по итогам митинга делать мемо митинга и делиться им с SEO. Да, круто, спасибо большое. Кто еще готов поделиться? Ну, я думаю, я могу. Я тоже буду рассказывать. Ну, мы, скорее всего, рассмотрели ситуацию как конкретную, что у нас есть определенная, скажем так, трудность в реализации задачи. Это Джек, который уходит в отпуск. И нам нужно оперативно как-то сделать так, чтобы эта ситуация никак не повлияла на наши дедлайны. То есть у нас есть регулярные встречи, мы не обсуждали конкретно, как часто они проходят. У нас есть общий чат, и мы рассматривали конкретно ту ситуацию, когда у нас выпадает из команды, получается, человек. И мы предположили, что у нас будет встреча, допустим, в начале месяца, в понедельник на 10 утра, очно, офлайн, и у нас будут присутствовать обязательно сторона нашего клиента, то есть
Джон, который имеет авторитет для своей команды, его команда, и тот человек, который нас покидает для того, чтобы он смог рассказать свои задачи, возможно, человеку, который будет его заменять или помочь как-то распределить обязанности его между оставшимися членами команды. Изменения происходят со стороны команды и клиента, поэтому наша команда, скорее всего, не привлекается на эту встречу. И следующая встреча у нас во вторник, и она у нас проходит онлайн, когда у нас участвует и команда клиента, и наша команда. Мы обсуждаем какие-то общие рабочие моменты и то, что было недопонято командой клиента в понедельник. А дальше продолжаем двигаться согласно обычному, обыденному плану, то есть регулярные наши встречи, регулярное общение в чате и еженедельный итог нашей работы клиенту. Спасибо. Как-то у вас меняется состав регулярных встреч в связи с отпуском CTO? Скорее всего, нет. Окей. Ну, тут я бы рекомендовала менять этот состав и вовлекать больше вот этого CEO, да, Джона, который будет заменять и который точно придет к вам на встречу и сможет ответить на ваши вопросы или там, вмешаться в ситуацию, если у вас блокер со стороны команды клиента. То есть, ну, сама суть, что на время отпуска он к вам вовлекается, заменяет уходящего CTO. В остальном, да, все очень здраво, супер, спасибо. Спасибо. Кто еще готов? Так, ну, я понял то, что мы не по порядку рассказываем, потому что мы когда заходили в отдельную комнату, у нас там комната номер 5 и так далее было, да? Так, ну, хорошо, начнем. В принципе, конкретное задание – это решить дилемму того, что Джек уходит в отпуск. Проблема это не назвать, потому что каждому человеку отдых нужен, поэтому… Хорошо. У нас есть неделя на все про все, чтобы уведомить и проинформировать сторону клиента о текущей ситуации, поэтому на протяжении недели договоримся и для начала составим отчет, на каком уровне происходит текущий процесс выполнения задания, и при этом расскажем все подводные камни, так скажем, того, где мы сейчас остановились для общего понимания, все-таки, чтобы потом... Сейчас расскажу. Мы рассказываем, что у нас есть, что мы уже сделали, что у нас готово. И от этого отталкиваясь, мы договариваемся с Джеком о том, как... Какое, так скажем, максимально объективное задание нам нужно выполнить и чего нам нужно стремиться для того, чтобы в итоге после того, как Джек приедет после отпуска, он не скажет, черт возьми, что вы сделали. Потом, в принципе, он нам дает какое-то объективное задание, чтобы мы его сделали. И чтобы мы как бы не знаю, там, на какие-то левые тропы не уходили и держались только чего-то конкретного. Для этого мы просим, для того, чтобы мы связались с Джоном, чтобы Джек с Джоном связался, и для того, чтобы было какая-то на заднем плане, так скажем, небольшой контроль со стороны клиента. Все-таки... У клиента там даже по первому абзацу задания понятно то, что там как бы на стороне клиента СТО, CTO, техлид и разработчик. А у нас 3 разработчика. То есть там и так понятно то, что все-таки в рабочем движке лошадиных сил не хватает. И поэтому, честно, из стороны клиента лучше связываться только с, возможно, техлидом, с SEO разработчика лучше не трогать, потому что пускай все-таки, если они нас наняли, то значит чего-то им не хватает. Поэтому
будем работать только с теми людьми, которые понимают в общем и целом, чего они от нас добиваются, для того, чтобы мы не путались потом после того, как Джек уедет. После этого на протяжении 3 недель после ухода в отпуск Джека над нами будет небольшой контроль, при этом мы будем все выполнять отлично, и как бы все останутся довольны после достижения даты релиза. В принципе, все. Угу. Так, окей, спасибо большое. Здравая очень мысль о том, чтобы не вовлекать всю команду во все меты, позволить разработчикам сосредоточиться на текущих задачах, да, вовлекать Джона в коммуникацию. Мне немножко не хватило структурности, о которой мы говорили. Началось все очень хорошо, потом оно как-то очень... Все было в кашу и не хватило по пунктам. Но сами мысли очень здравые. Спасибо. Спасибо. Кто еще готов? Или мы уже все комнаты прошли? Ну, получается, мы остались. Ага, да, давайте. Так вот, у нас остался месяц. И первую неделю Джек еще все еще находится на своей должности, и он исправно выполняет свои обязанности. После этого в нашей команде назначается человек, который будет коммуницировать с командой клиента и с клиентом непосредственно. Между командами будет также происходить своя коммуникация. Будет это зависеть от страны нахождения команды, то есть мы будем использовать какой-то локальный мессенджер или более глобальный, там, гугловский, например. Сами общения между командами будут происходить раз в 2 дня по рабочим дням, чтобы часто обсуждать проблемы насущные, и чтобы мы не мешали друг другу там, в плане какого-то программного обеспечения или что-то такое, чтобы мы друг на друга не налезали. Также, скорее всего, будем поддерживать контакт с Джеком, так как он был все равно связан с этим делом, и он, скорее всего, будет неплохим наставником. Я понимаю, что отпуск есть отпуск, но все-таки он был главным в плане коммуникации, и я думаю, будет очень полезен нам. Сами же разработчики не будут лезть в общение непосредственно с клиентом, и я думаю, в принципе, этого должно быть достаточно, чтобы сделать все в сроки. Супер, спасибо. Как будете работать с ситуацией, что Джек вне зоны доступности? Он ушел далеко в горы, в свой отпуск, и там нет интернета. Тогда полноправно назначается человек на его должность, и он из галузи менеджменту, и он, который профессионален в этом, и он будет выполнять полностью его обязанности тогда получать. И перед этим Джек должен связать его с клиентом, дать ему все нужные данные и способы связи с клиентом. Ага. Из текущего состава, да, на стороне клиента есть разработчик, есть техлид, есть CEO. Кто максимально подходит на эту роль? Я думаю, техлид, потому что он более такой руководящая должность, он должен в этом разбираться. Окей, супер, спасибо. Я бы вовлекала еще CEO, у которого есть авторитет. Если у вас будут какие-то вопросы к... скажем так, недопонимание по техническим вопросам между вашей частью команды и техлидом со стороны клиента, у вас будет арбитр, который придет и скажет, делаем, как я сказал. В целом, все остальное очень здраво, спасибо. Круто! Спасибо большое, ребят, я надеюсь, что вам было полезно. Я могу сказать могу порекомендовать, что еще дополнительно почитать. Это Маршал Розенберг «Ненасильственное общение». Рекомендую всем. Можно использовать в работе, в личной жизни. Классная тема. Про язык тела, который у нас более 55% коммуникации составляет, это Алан Пиз «Язык тела движений». И... что такое? Сорян, не туда.
Вот, и еще одна книжка про, я слышу вас насквозь, про переговоры, про правильное построение, эффективное построение коммуникации. Вот, если вам интересно ПМство, сканируйте QR-код, заполняйте анкету. У нас скоро откроется интернатура в MobiDev на PM-ов. Мы обучаем здесь базовым компетенциям проект-менеджера, в том числе и коммуникации. Мы будем рады пообщаться с вами и видеть вас в нашей команде. Если вы сейчас там не готовы, то, в принципе, у нас наборы интернатуры стартуют более или менее периодически. Подумайте, приходите. Спасибо. У меня все. Да. Спасибо вам, Марина, еще раз. Можно вопрос? Да, конечно. А советуете ли вы изучать Agile, туда же Scrum, Kanban? Вы изучаете, вы пользуетесь? Да, мы пользуемся. Это одни из основных методологий, которые мы используем. Очень рекомендую. Эмоциональный смотреть. Интеллект рекомендуете читать? Да, это очень полезная штука. Сейчас по последним исследованиям там, крупных HR-организаций эмоциональный интеллект и софт-скиллы – это самые важные навыки, которые мы ищем в наших там, сотрудниках. Это не только там, украинские какие-то IT-компании, это мировая тенденция. Поэтому эмоциональный интеллект очень важен. Хард-скиллы или компетенции профессиональные легко прокачать относительно, информация сейчас море. Софт-скиллы, куда относится та же коммуникация, качаются намного дольше. Да, согласна с вами. Спасибо большое. Все, тогда я напоминаю, что у нас есть форма обратной связи, которую я скинул ссылочку в чате. Поэтому еще раз, Ирина, спасибо вам за лекцию. Светлана, спасибо за поддержку техническую. Все, я думаю, на этом мы можем завершать. Спасибо всем огромное. Хорошего вечера. Спасибо. Всем хорошего вечера. Спасибо большое. До свидания. До свидания. До свидания. Хорошего вечера. До свидания.